75-річницю визволення Одеси від фашистських окупантів сьогодні відзначили на меморіалі героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї. За час оборони міста батарея провела 220 бойових стрільб по скупченнях живої сили та техніки ворога, витративши понад 200 тисяч снарядів. Згадати та вшанувати пам'ять героїв прийшли учасники бойових дій та майже 2 тисячі школярів. Для ветеранів організували святковий концерт. День пам'яті не минувся й без звичного фронтового привалу. Всіх охочих пригостили польовою кашею. Самый дорогой день одесситов. 75 лет тому назад была освобождена Одесса. Единственный город из всех городов, который в 41 году оборону занял и победил в ней. Все военнослужащие, все части ушли в Севастополь без потерь. Этих людей ценим их. И я думаю, что наши внуки, внучки, дети вот то же самое с нами вместе разделяют этот дорогой для нас день. Для меня это особый день, так как мой батя принимал участие в освобождении нашего города. Он был артиллеристом, командир орудия. Он рассказывал мне, когда я еще приезжал в отпуск, как курсантом был, он говорил, как им тяжело пришлось идти сюда с дальника. У цей визначний для одеситів день поклали квіти й до пам'ятника героям-прикордонникам, які продемонстрували мужність та героїзм у перші місяці Великої Вітчизняної війни. Ми приїхали сюди отдать честь тем, кто погиб в этой войне и освободил наш город. И что у нас есть возможность сейчас стоять под мирным небом. Нужно отдать честь, поблагодарить этих людей за светлое небо, за то, что они для нас сделали. Они пожертвовали собой, с жизнями. Там очень много людей погибло в этой войне ради того, чтобы освободить наш город.